ПСЖ Арсенал, друзья. Добрый день, дамы и господа. Мы смотрим объединенный мир. Очередной тур АФЛ Ростов-на-Дону. Мы продолжаем вещать для вас с Исфары. Один из лучших футболистов чемпионата в первой половине сезона. И удар по воротам. Но мы уже кучу раз говорили о том, что с командой происходило по ходу сезона. Уход лидеров. И Костюк у мяча. Сейчас он исполняет штрафной. Заброс. Очень классно выпрыгивал Ракитин. Есть варианты для удара. Но удара нет. Ракитин бьет чуть позже сам. Пять футболистов Арсенала, которые могут развить это наступление. Но нет, все-таки фол, падение. Разбег. И удар от Богданова. Опасно. Грин спасает. У него тоже хороший удар. Разбег. Бьет Сергеев, но не точно и не попадает в створ ворот. Для чего у тебя столько вариантов? Но теперь ответная атака. Болдырев. Пенальти. Также. Разбег. Удар. Высоко. Либерев сыграл на коротке с партнером. И дальше Арсенал теряет мяч в простейшей, просто в простейшей ситуации. Болдырев. Удар. Ракитин, пожалуй, он единственный, кто действительно заслужил у ПСЖ забить. Итак, разбег, удар и гол. Хотя и угадал Георгий Панченко направление полета мяча, но все равно мяч оказался в сетке. 1-0. Счет открыт. Снова Ракитин. Костюк. Хорошо переигран защитник. Снова Болдырев. Немножко не в ногу получил мяч, но после этого все равно забивает. А вот не было голов большую часть первого тайма. И под конец. Рядом Ракитин ждет пас. Получает. И бьет сам. Хороший гол. Дубль оформляет Александр Ракитин. Но здесь он действительно сделал все самостоятельно. Вместо передачи, вместо чересчур мяча добраться, в итоге не устоял на ногах. Болдырев. Классный пас в разрез. Лебедев не стал бить на силу, пробил на точность. И это погубило момент. И еще возможность. И Ракитин. Ракитин. Удар. 4-0. Он оформляет хет-трик. И он действительно хорош сегодня. И опять Арсенал бежит. Ну как бежит? Бежит — это громко сказано. Скидка грудью. Но если бы и этот момент стал голевым, то я думаю, Арсеналу в своей половине поля. Ракитин. Удар. Он еще старается забивать. Еще старается быть более активным. Костюк. Есть сбрасывание. Есть Ракитин. Болдырев. 5. Уже 5. 5-0. Это все равно ни о чем не говорит. Или... Подождите, или не кол. А как очень быстро вот так вот разыграли. Забивает ПСЖ. Где-то уже можно потеряться, если честно. Удар по воротам. Грин забирает. Сколько и когда и в каких турнирах бы эти команды не играли. Победы ПСЖ. Ну и в первом круге этого сезона в объединенном мире. И потеря, и контратака от ПСЖ. Хороший темп. Сергеев. Без труда оббежал защитника. Передача на пустые ворота. Это Лебедев, и это еще один гол. Но если верить плашке табло, то счет становится 6-0. Костюк выносит мяч вперед. Сергеев абсолютно один. Его не догоняет никто.
И Сергеев не забивает. Вот один на один выход. И можно бить. Отбивает Панченко. И снова пас. И Сергеев. И Сергеев. Пустые ворота. Ну, конечно. А как здесь не забить, если все на блюдечке преподнесли уже. И надо было просто Панченко обыгрывать. Да забивать. Он писался, но на перерыве я забыл включить. Еще один гол забивает ПСЖ. Пока у нас тут были технические неполадки, и оказалось, что как можно быстрее это все исправили. Так или иначе, мы продолжаем. 43-я минута идет. 8-0. ПСЖ ведет в счете. Арсенал время от времени. Точно так же, как и в первом тайме. И если помните, в атаке ПСЖ, Сергеев, удар, мимо. Из левой фланг атака ПСЖ идет, Лебедев, хороший пас на Сосновского, выскакивает Панченко и совершает ошибку, тем самым 9-0. Следующий гол ПСЖ станет юбилейным для этого матча, для того, чтобы атаку развивать. Еще один момент у Арсенала. И мяч все-таки в сетке. И все-таки мяч отправляется в ворота с правого фланга. Прострел. Там, по-моему, сам мяч закатывался. И если бы защитник там не успевал к мячу, я думаю... Бежит вперед. Бежит вперед. Бежит вперед. И на Ракитина пас. А там дальше просто закатывается мяч в ворота. Не забивается. Юбилейный для ПСЖ гол. Сегодня 10-й, 10-1. Но Арсенал все равно эту атаку не завершил успешно. ПСЖ в контрнаступлении. Ракитин. Удар прямо по Панченко. Вообще делать не пришлось, чтобы переиграть здесь соперника. Сергеев между ног Панченко. 3 единицы на табло. 11-1. На этом матч и, собственно, подходит к концу. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Мы продолжаем показывать вам футбол.